25 тысяч из материнского капитала. Такое единовременное пособие можно получить в самое ближайшее время. Право на это дает федеральный закон номер 181. Он уже вступил в силу. Кто может получить деньги и как это сделать? В пенсионном фонде узнала Елена Чехомова. Отпросилась с работы, чтобы написать заявление в пенсионный фонд. Многодетная мама Галина Трегубова хочет получить 25 тысяч из средств своего материнского капитала. За деньгами обратилась сюда не впервые и такую помощь оценила. В том году 20 тысяч как бы давали, ничего, как бы вышло, видно, 25 тысяч. Ну как, ребенка в школу как бы надо собирать, и то вот как бы на эти деньги, вот как я буду его собирать в школу. Заявление в пенсионный фонд на получение 25 тысяч написали пока меньше 600 родителей. Хотя получить деньги могут 23 тысячи мам. Об этом в Кировском отделении пенсионного фонда объявили сегодня всем районам области в ходе видеоконференции. Управляющий отделением Николай Пасынков отметил, деньги можно получить, если материнский сертификат у семьи уже есть и при этом не использован полностью. Либо если право на мат-капитал возникнет до октября этого года. Все, у кого есть какие-то остатки, скажем, они менее чем 25 тысяч, а именно такая сумма единовременной выплаты определена, они могут получить именно ту сумму, которая осталась у них на счете. Получить деньги можно по заявлению. Причем идти в пенсионный фонд для этого не обязательно. Оформить единовременное пособие можно в многофункциональных центрах по предварительной записи или с помощью интернета на сайте пенсионного фонда. Возникает вопрос, когда же можно будет крайний срок получить, собственно, эти средства. Эта выплата будет не позднее 2 месяца с момента подачи заявления. 1 месяц он на обработку заявления, на проверку данных, и 1 месяц на получение этих средств из федерального бюджета. При этом потратить полученные деньги можно на любые цели, а написать заявление нужно до 30 ноября. Елена Чехомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давич».